Всем привет. Сегодня будет влог. Сейчас 6:37 утра. В общем, завожу Таню на работу и мчусь к дилерам на Volkswagen. Сегодня будет ТО, масло, фильтра, прокладки, в общем, замена. Не знаю, может быть, кому интересно будет. Также полетаем, поснимаем. В общем, все как вы любите. Ладно, давайте собираться. Самое главное, это не забыть блок аккумуляторов. Потому что я сегодня планирую полетать больше, чем обычно, дольше. Ну и, соответственно, сам дрон. Ну и, конечно, сами фильтры фривейловские. Обзор был в предыдущем выпуске. Поэтому переходите, смотрите, если кому интересно. Все, технику вроде все положил. Теперь нужно забрать расходники и уже мчаться на ТО. Ну и, конечно же, чуть не забыл самое главное. Ну что, у нас каша настоялась. Сейчас бананчиком, все, окей. Короче, тачка пока прогревается, нужно положить масло, антифриз, фильтры, прокладки. Вот это все дело сейчас будет прогревать. Собственно, масло. О чем я хотел упасть, что ли? Так оно лучше. Фильтра. Антифриз. Все, погнали. Что вам показывает минус 2,5? Когда на самом деле минус 8. Сейчас уже минус 8. Температура нормализовалась. Но это, видимо, просто из гаража, когда я уезжал, поэтому показывал мне минус 3. Смотрите, солнце какое. Морозно. В общем, день обещает быть супер классным, супер ярким. Самое главное, солнечным. Важно, чтобы не было снега. Снег нам сегодня вообще никакой не нужен. Чтобы мы нормально полетали. Сейчас только 7:30, а ТО у меня 8:30, то есть через час. Поэтому спешить я не буду, вообще ни капли, потому что мне тут доехать, ну, полчаса, ну, минут 40, может быть. Сегодня, тем более, суббота, пробок вообще никаких не наблюдается. Вот, в общем, будем не спеша, потихонечку доберемся. Погнали. Непредвиденная ситуация. В общем, что-то происходит с этой картой Lexar, потому что начали появляться ошибки на камере, и в итоге камера отказалась ее видеть. Поэтому буду снимать все на телефон. Я уже приехал в Volkswagen. Вон там. Сейчас пойду пока на ТО. А домой уже приеду, включу в комп и посмотрю, что там вообще происходит. Может быть, ее нужно просто отформатировать. Надеюсь, что это так. И надеюсь, что не нужно будет ее менять. По гарантии, конечно. Средства индивидуальной защиты. Сейчас без них никуда. Блин, когда эта вся фигня закончится? Короче, тачку я оставил. Теперь можно спокойно полетать. Часа через 3 можно ее забирать. Прилетели.
Смотрите, как быстро преобразился парк Гагарина. Здесь появилась спортивная площадка. Огонь, баскетбольная площадка. Дорожки сделали. Еще строят и строят. А мне самое интересное сейчас добраться до стенда, где Гагарин нарисован. Даже волейбольная площадка есть. Вот крутяк. Но самое главное, это вот это. Просто произведение искусства. Здесь уже лавочки поставили. Камни навезли с такой сеткой. А, ну это вообще красота. Вообще классно, смотрите, там есть ракета. GM1, M2, R2. Ну, короче, физика, вы поняли, да? Спутник, чертеж, наша планета. И сам Гагарин, СССР. Во красотища. Я бы с радостью подольше полетал, но погода их не позволяет. Минус 8 по-прежнему так и держится. Руки у меня отваливаются, мерзнут. Пипец. Но парк сделали очень круто. Смотрите, какие светильники. А? Вообще здорово все. И это у нас тут как раз вход, выход. Собственно, здесь даже есть десантная машина БМД-1. Непонятно, почему только в парке Гагарина. Почему тут не ракету поставили? Памятник у нас. Маргелов, генерал армии. О, Мишке будет интересно посмотреть. Генерала. Там у нас баррикада, завод «Титан». Делает оборону. И девочка Ленин стоит. Следит, чтобы все было окей. Конечно, качество не как на Соньке, но зато с телефона очень удобно. Просто вытащил из кармана, снимаешь, не качество. Сейчас нужно поменять аккумулятор, потому что этот уже практически сел. Сейчас снова зарядим и нормально, без проблем потом пройти. Также нужно заменить светофильтр, потому что сейчас становится намного светлее, солнечнее. Восьмой нужно нацепить как минимум 16 хотя бы. Да, думаю, 16 в самый раз. Как показал практика, 16-й фильтр вообще универсальный. И еще один целый аккумулятор, поэтому ну где-то этот на полчаса и еще на полчаса, час. Хотя, учитывая, что холодно, наверное, минут по 20 можно будет полетать на каждом. В общем, 40 минут в сумме. Ну вот и все. Все работы выполнены. Заняло всего 3 часа. Поменены фильтра, масло. Я еще думал поменять колодки тайночного тормоза, но, к счастью, этого не понадобилось, поэтому они про запас у меня там лежат. Если кому интересно, стоимость вышла в пределах 13 тысяч. Все работы там еще. Ремень не поменяли. Вот. Тормозная жидкость, ну, короче, все как надо. И цена практически не отличается с предыдущим годом. В том году было 12 тысяч, но у меня даже ремень не меняли. Поэтому, в принципе, все классно. Сейчас двигаю домой. Может быть, что-нибудь еще поснимаю по ходу.